Первые звонки уже поступают в новый колл-центр. За один час на бесплатный номер 39-55-55 позвонило два жителя Южного Казахстана. Операторы моментально фиксируют заявку и в течение 5 дней предоставят обратившемуся информацию по результату. Нас обучали специалисты из Астаны. Звонки принимаются на двух языках. Система несложная. Дозвонившемуся достаточно оставить свой номер телефона и сформулировать жалобу. Мы все зафиксируем и перенаправим в соответствующую инстанцию. Специалисты уверены, колл-центр облегчит жизнь южанам. Любой житель области может позвонить по номеру 39-55-55, как в справочную. Получить консультацию, сообщить о жалобе или задать интересующие вопросы. В колл-центр можно сообщить о качестве работы компании. Энергопоток, Кунтустакжарык Транзит, 3 Энерго Урталык, Кастрансгаз Аймак, Водные ресурсы и маркетинг, Куаджилу Урталык 3 и жилищно-коммунального хозяйства. Согласно поручению акима области, был организован единый колл-центр по вопросам ЖКХ. Для оперативности принятия заявок установили многоканальный СИП-номер. Что это позволяет? Это позволяет одновременно принимать до 10 звонков, то есть телефон не будет все время занят, как, допустим, бывает у диспетчеров служб, и также оперативно направлять соответствующие предприятия. Единый шымкентский колл-центр по обращениям и жалобам на качество обслуживания во всех социально значимых учреждениях города – единственный в республике. Пока обслуживать население Южного Казахстана здесь будут 4 оператора. Звонки принимаются ежедневно с 9 утра до 18:00.